Между тем, в Сирии новые успехи наземной операции против Исламского государства. Напомню, в России эта организация запрещена. Как сообщается, правительственным войскам удалось освободить от террористов еще около 50 населенных пунктов на северо-востоке страны. Теснить боевиков армии Асада помогает сирийское ополчение. Контрнаступление стало возможным благодаря поддержке российской авиации, которая нанесла серьезный урон инфраструктуре ИГИЛ. Перспективы налаживания политического диалога в Сирии вновь обсудили главы внешнеполитических ведомств России и США. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Беседа уже третья по счету с начала недели. Как сообщили в МИДе, Сергей Лавров и Джон Керри сошлись на том, что в число международных посредников нужно включить все основные государства региона. Москва ранее неоднократно к этому призывала. Дипломатические контакты активизировались на всех уровнях в преддверии очередной министерской встречи по Сирии в Вене. Как заявили на Смоленской площади, она должна состояться в конце этой недели.